Не было ни дорожек, ни турников, ни лавочек, ничего. Появились дорожки удобные, бегать можно, кататься. Старшеклассники 25-й фосагрошколы помнят, какой была территория дворов на улицах Свердлова и Октябрьской до появления сквера мечты. Ходили здесь каждый день на уроки и домой. Было неуютно. Еще 2 года назад в этих дворах царили заросли, грязь и свалки мусора. Хоть и наводили здесь порядок химики балаковского филиала АО «Апатит», а горы хлама снова вырастали. То ли дело сейчас. Бывший скверный пустырь за 2 года превратился в сквер мечты. Весной посаженные Свердлова 15 саженцы. Человек, который ухаживает за углубятни, начал благоустройство вокруг территории. Они поливают деревья. И, естественно, больше стало порядка. По неофициальным данным полиции, на 30% правонарушения на этой территории снизились. За мечтой ухаживать – одно удовольствие. Участники субботника помогают создавать уют на территории, сажают кустарники, подметают дорожки, собирают скошенную траву. Рядом с учениками фосагроклассов трудятся воспитанники и руководители организации «Дрозд Балакова», ветераны балаковского филиала АО «Апатит», заводчане из молодежной организации предприятия. Чистота начинается в первую очередь с себя. Если ты себя приучаешь к чистоте, то есть ты не выкидываешь бумажку на дорогу, а несешь ее к урне, то есть ты являешься как бы носителем той нормы и показываешь пример остальным людям. Я думаю, что если каждый человек будет так делать, то везде будет чисто. Ребята из молодежной организации балаковского филиала АО «Апатит» уверены, с таким отношением жителей скоро и субботники не понадобятся. А ветераны-химики, как опытные садоводы, обсуждают ландшафтный дизайн территории и предлагают варианты ее совершенствования. Я думаю, разбить клумбочки, наверное, или посадить вот кустарнички. Невысокого роста. Этот сквер уже стал любимым местом отдыха горожан. Здесь проходят семейные праздники, спортивные мероприятия. И на днях во дворе соберутся активные жители ближайших домов для того, чтобы поучаствовать в празднике под названием «День двора». Он даст начало череде мероприятий, посвященных Дню химика.